Здравствуйте, вы слышите ангельский голосок Алексея Халецкого. Это продолжение FFA сериала на четверых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным, продолжающим просмотр, приятно провести время. Ну, я думаю, самолеты неплохо помогут. Не, самолеты-то да. Там рядом, прям со столицы, будет тебя всего обстреливать. И я буду его обстреливать. Я тебе дружить предлагаю, а просто болото высушу. Блин, Эс, давай договоримся не воевать на кризах. Блин, ну как я такое преимущество не использую? Так а ты думаешь, у меня его нету? Просто не знаешь его прокачку. Какой-нибудь криз бессмертия засел. Я его, если честно, я уже обратно задарил Софию. Отлично, уголь есть. Зря. Что там с углем-то? Он уже сразу есть. Банальный путь в школы, потом банальное в удобрение. Все чисто на развитие. Так, у меня еще один есть. Все, знаете, давайте я к себе посажу. Явно у меня сидят шпионы. Блин, такое ощущение, что до голосования на Конгрессе еще очень-очень долго. Почему 7 ходов? В Праге надо будет купить фабрику. Вот какую идеологию брать? Большой-большой вопрос. Потому что мне непонятно. Блин, Зиит, у тебя есть города на моей стороне океана? Я же тебе говорил, там нет городов. Нету? Жалко. Единственный город там София. Что, ради лодочек захватить Софию?
Ну, София, кстати, неплоха. Чё ты так? Ну, меня потом назовут вармонгером и... нападут. Так, тут уже два... две ГГшки захвачены в игре. София-то в центре. Ну, не более в центре, чем второй город Полинеза. Да, в центре у нас Самоа, на самом деле. Ты через мою территорию пустил караван в ГГшку? Ты меня искушаешь. Я? Карфаген. Ну, разграби, если... Я ж просто тоже вижу твой караван. Мои парни сидят в горах и все видят. Что там сидишь? Кстати, не дань, слушай. За проезд. Не, вообще это странно, он должен в обход ходить, по логике. Я ж тебе не давал никаких прав, не открытых границ. Так, я забыла, договоры научные разрешены, да? Две штуки. Да, две штуки. Я думаю, дуболомов я уже не буду апгрейдить. Можно со спокойной... Леша, а тебе нужна религия? Нет. Леша скоро сам в католицизм обратится. Ну не скоро, но рано или поздно. Рано или поздно. А чё ты так без религии? Ну, норм. Мне норм. Что вы мне там хорошего можете дать? Ну, это молоточки. Веру. Энди, в какую идеологию пойдет? Свободу, я думаю. Хотя... Молоточки. Ну ладно, в принципе, можешь нести, если хочешь. Ну, только тогда я в Бухарест тоже занесу. В последнюю очередь. Окей. Кто у нас будет хост? Ну... Предлагаю Карфаген. У Карфагена больше всех голосов. Я дал за Индию. Подожди, тьфу, Карфаген, это же я. Что-то я тупанул. Да. Тогда, конечно, Карфаген. Ну и что много голосов? Скоро их не будет. Карфаген плюс. Я за Дели проголосовал. Так, пожалуй, и... копейщика тоже. Дачанин, они будут протаскивать свои злые делишки. Я за тебя голосую. Не, ну еще не ясно, кто во что пойдет. О, у меня хвачки есть. Полинез, ты идешь там через болото? Нет. Сразу первая армия.
Ну все, захватывай мир. Иди в автократию. Сейчас, знаете, надо запустить золотой век, чтобы быстрее строились фабрики. Видите, 3 и 6 ходов. Даже может тогда будет не покупать. За 6 ходов построится все. Что там ГГшки хотят? Монако все какао хочет, Манза Конго дорогу. Шелк. Да, что мои города хотят? Пока ничего. Не уверен, что выиграешь эту войну. Кто? Датчанин. Вообще так ровно идем на самом деле. Довольно ровная игра. И это при том, что у меня золотой век. Хотя там может быть и у Полинеза золотой век. Я просто не вижу. Но я не дам тебе взять эфир. В Карфаген быстрее, в Биг Бен рванул. Но мне, наверное, стоит все-таки порядок брать. Шелк и жемчуг. Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, и все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на consolewar.ru и после регистрации используйте словосочетание «Лёша Рептилоид». Датчанин, ты морозишься? Мы будем с тобой упарываться? Упарываться? Нет, я просто Софию забираю и все. И дальше спокойно, мирно играем. Нет, ты не забираешь. Леша, у меня один жемчуг. Ну, мне тебе просто кроме хлопка нечего предложить, поэтому... Ну, тогда ты можешь поупарываться. Отличный дипломат. Нет, я не буду упарываться, у меня просто один хлопок. Нет, я не тебе, Леш. Я... Полинезу. Можешь Карфаген что-нибудь другое попросить? Из тех хлопок не нужен. И обещания у меня как-то неубедительны.
Я буду упарываться. Здесь Тадж-Махал построить. Что ты говоришь? Школу, наверное, куплю. Я буду упарываться. Просто упарывайся. В остальных городах... Минус это тебе будет от этого, а не мне. Что ты упоришься? Упоришься, ну, я ты просто... Ты не оставляешь выбора, ты понимаешь? Упоришься, я просто отступлю. Ты оставишь себе эту Софию, но потратишь кучу времени на то, чтобы упороться. Ну, как бы понимаешь, у меня нет угля, а ты у меня сейчас забираешь уголь. Я буду упарываться. Давай я тебе 3 угля отдам. За Софию. И все. И можно не упороться. Так пойдет? Не соглашайся. 3 рубля мало. Пускай еще денег отсыпет. Ну, люкс тогда дай какой-то. Ну, давай, люкс дам, добавлю. Пожизненная меха. Ну все, я, по-моему, все клетки обработал вообще на карте, которые могут быть моими. Вот эта одна осталась. Вот сюда уже прибежал рабочий. Все, все остальное. Держи. Ты мне его будешь давать, пока мы в мире. Да, пожалуйста, мне не сложно. Что-то вы там воюете, а я первый по армии. Это все хвачка. Все потому, что у меня одного берсерка убила София. Я тебе говорил, не лезь на Софию. Всего лишь одной берсеркой. Ради города. По-моему, нормальная цена. Ну, тебе еще взять его надо? Не знаю, вот у меня вот реально сомнение, правильно ли я взял порядок, честно говоря. Нет, порядок. Но у меня счастье и так немерено. Может, что-нибудь другое взять? У меня реально много счастья, потому что я индус. Снижение покупки зданий. Да, потому что я сейчас хочу школу купить. Да и здесь фабрику можно будет купить. Thank you.
одна причина, почему я в школу иду, потому что там дается больше от академий науки и, главное, от больше продукции от лесопилок, которых у меня много на моей территории. Полинезия, а чё ты проголосовал против культуры от чудес, если у тебя самого чудо? Это странно. В смысле? Что? Ты проголосовал против культуры от чудес природы. А, блин, я забыл про озеро. Не, на самом деле у тебя же там этот Эльдорадо, да, я так понял? Да какое Эльдорадо? У меня одно чудо, у тебя одно чудо и одно чудо у Карфагена. То есть у тебя есть... То есть... Это странно, да. Тебя не волнует то, что у народа куча чудес построена, они сейчас кучу получают культуры от чудес света, от чудес света, которые прошло. Но зато... Получается, что Карфаген, он же больше всех построил, и у него тоже это чудо. Ладно, я вот внес опять. Очень странное действие. Сейчас было. Так, дальше предложили на конгрессе опять культура от чудес природы, против которого Полинез проголосовал, ну и мировая выставка. Может купить тут фабрику уже. Производство не помешает.